совершенно модель Roxy Competition, предназначена также для удобства плавания в наших водах. Также вот, увидите, камуфляж сделан более похожим на наши воды, на наши. Добавлено. Что добавлено? Значит, смотрите внимательно. Здесь лицевая часть, концы манжет на рукавах и концы манжет на ногах специально устроена специальная манжетка из неопрена, которая позволяет плотно прилегать к костюму к ноге, удобно снимать, не допускает лишнего поступления воды и делает костюм вполне комфортно. Поднимаясь выше, мы увидим, что защита колен. Покажем. Вот. Поднимаясь выше, мы увидим, что колени, вот здесь колени и локти защищены специально протекциевыми накладками, которые имеют больше возможность защитить подводного охотника, вернее его костюм, от истирания. В этом костюме, так же как и в предыдущем костюме Roxy, мы наблюдали возможность его укоротить, из монтона превратить в короткие штаны. И костюм, который имеет сзади яркое оранжевое пятно, он также называется Spadon Competition, только добавляется слово spot, то есть пятно. Вот оно специально, значит, и продлено до шлема на голову, да, чтобы всплывая, охотника могли видеть с лодки, с катера, и не произошло никакого несчастного случая. Кроме того, в этом костюме также оставлена система вывода жидкости, система, запатентованная фирмой Буша. Вот она имеет трехслойную обтирацию. Первый слой, второй. И все это дело закрывается третьим слоем. И очень удобно, не снимая костюма, выводить подводник жидкость. Вот основные элементы, основные новинки, которые предусмотрены фирмой Буша, имея в виду неопреновый костюм.